значит, надо иметь и в виду, сам я за ответом приду. Олеся, «Молодость моя Белоруссия», «Вологда». Эти и многие другие знакомые и любимые песни могут услышать жители края со сцены Камчатского театра драмы и комедии. Исполнят их Анатолий Кашипаров и белорусский государственный ансамбль «Песняры». 4 мая в драмтеатре состоится концерт легендарных музыкантов группы «Песняры» Владимира Мулявина с солистом Анатолием Кашипаровым, который был бессменным солистом ансамбля с 71 по 2003 год, первого исполнителя песни «Вологда». Билеты можно приобрести на сайте и в кассах Камчатского театра драмы и комедии, а также на сайте камконцерт.ру.